Главные итоги дня подводим на телеканале «Санкт-Петербург». В студии Александр Вараксина. Евгений Соловьев. О главном расскажем. Смотрите в этом выпуске. 3 километра вдоль Карповки, мимо ярких локаций и современных зон отдыха. Новый пешеходный маршрут появился в Петроградском районе. Вовремя поставлены диагнозы. Снижение риска развития осложнений. В Международный день борьбы с диабетом в Петербурге в профильном городском центре открылось отделение офтальмологии. Он разгадал тайну письменности майя, не покидая кабинета. Ученый мир отмечает столетие советского лингвиста и этнографа Юрия Кнорозова. Сделано со вкусом, приправлено историей и традициями. На берегах Невы стартовал кубок губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни». В первую очередь линия скоростного трамвая от станции метро Купчино до Шушар должна быть введена в эксплуатацию до конца следующего года. Еще одна линия свяжет Петербург и Славянку. До конца 24-го о развитии новых инфраструктурных проектов в традиционном радиообращении рассказал сегодня Александр Беглов. Как подчеркнул губернатор, строительство скоростной трамвайной линии Купчино-Шушара-Славянка – один из важнейших проектов. На его реализацию направлено почти 7 миллиардов рублей в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению. Также Александр Беглов заявил, что программа обновления городского транспорта будет финансироваться в приоритетном порядке. Так, в ходе корректировки бюджета этого года на закупку автобусов дополнительно выделили более 6,5 миллиардов рублей. Новое общественное пространство в Петроградском районе уже завтра будет доступно для променада. Пешеходный маршрут протянется вдоль Карповки от Песочной набережной до Барочного моста. К процессу благоустройства подошли с учетом пожеланий горожан и непростой логистики в условиях плотной застройки. Но те, кто стоптал на этих дорожках не одну пару обуви, уже сейчас говорят, баланс интересов соблюден практически в идеальных пропорциях. Стильно, модно, молодежно, логический ряд наречий. Продолжит Светлана Бахчеванджи. Деревянный настил почти готов. На нем появятся лежаки с видом на Карповку, а вдоль вымощенной плиткой дорожки – скамейки. Рядом строители монтируют амфитеатр со спуском к воде и стелят свеженький газон. Масштабные работы проводят не только на земле. Потрудиться пришлось и под водой. Вместе с городскими службами, городскими комитетами как-то вот мы подключились к этой работе. Комитет по природопользованию организовал работы по прочистке Карповки. На всем ее протяжении, от Аптекарской набережной до Песочной набережной, были проведены работы по очистке дна, по уборке наплавного мусора. И здесь эти работы тоже уже выполнены. Новый пешеходный маршрут от Песочной набережной до Барочного моста создают с учетом пожеланий жителей Петроградского района. Например, сохранен так называемый солярий – поляна, на которой летом любят загорать местные жители. Высажены также кустарники и хвойные деревья. И весной эта зелень заиграет новыми красками. Зацветет луговые травы, первоцветы также, да, мы добавили крокусы, зацветут. Это будет самое первое такое яркое пятно после зимы. Вот. Будет чубушник венечный и гортензия. Гортензия светлых тонов. Задействуют также территорию и за метеостанцией. Синоптики одной из старейших метеорологических станций Петербурга на эту неделю передают похолодание и заморозки. Но в отличие от погоды, прогноз для прогулок всегда хороший. Особенно для четвероногих жителей Петроградского района. Для них за метеостанцией появится кинологическая площадка со специальным тренировочным оборудованием для выгула и дрессировки собак. Благоустройство нового общественного пространства проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это уже 4-й участок, который приводят в порядок вдоль реки Карповки. Он входит в единый пешеходный маршрут от Аптекарской набережной до Песочной. Это 3 километра променада прямо в центре города. Сейчас найти в центральных районах свободной территории для создания новых парковых территорий или новых зеленых зон довольно сложно, так как большая плотная застройка. И возможность вдоль береговой линии создать новый образ рекреационной зоны, при этом очень корректно созвучно с историческим наследием архитектуры, это довольно сложная работа. Так, на месте стихийной парковки возле Ленполиграфмаша теперь обустроена зона отдыха со скамейками. А на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета – амфитеатр, качели, детская игровая площадка. Сделано хорошо. Очень много студентов, очень много пожилых людей. Интересные локации. И для маленьких, и для больших. Интересный аптекарский огород. Летом тут полно людей. Люди сидят там, люди качаются постоянно. Детишки играют. Да, для детей прям отличное место на самом деле.
В следующем году благоустроят последний участок вдоль реки Карповки – от улицы Всеволода Вишневского до Газовой улицы. А пока жители Петроградского района уже могут оценить новое пешеходное пространство у метеостанции. Для прогулок оно будет открыто с 15 ноября. Светлана Бахчеманжи, Павел Чащин и Иван Парамонов. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Сегодня во всем мире отмечают день борьбы с диабетом. В профильном городском территориальном центре открылось отделение офтальмологии. Как говорят медики, одно из главных осложнений диабета – ухудшение или потеря зрения. Поэтому открытие при центре современного офтальмологического отделения крайне важно. Учреждение оборудовано новейшими аппаратами для борьбы с проблемами зрения. И сегодня площадку осмотрел глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что город продолжает увеличивать финансирование медицинской сферы. В прошлом году сумма, которая выделялась на лекарственные препараты, составляла около 2,4 миллиарда рублей. А в этом уже году около 3,5 миллиарда рублей. И на следующий год, благодаря четкому пониманию правительства города о том, что обеспечение льготными лекарственными препаратами – это важнейшая социальная функция, будет выделено на это направление 4,5 миллиарда рублей. Медики отмечают, за последние 15 лет изменился не только подход к лечению и выявлению болезней, но и отношение горожан к своему здоровью. А именно, люди соблюдают необходимые диеты и ведут контроль за уровнем сахара в крови. Хорошие показатели говорят не только об ответственном отношении горожан к своему здоровью, но и совершенствовании системы здравоохранения и повышении квалификации самих врачей. Но в Петербурге уже много лет применяют комплексный подход к лечению диабета, благодаря чему снизился риск развития осложнений. Организация работы профильной службы признана одной из лучших в стране. О современной помощи Олег Чеченков. Марина Жмарева узнала свой диагноз 10 лет назад – диабет. Признается, для нее это стало потрясением. Вообще, на самом деле, очень здоровый человек. Никогда не болел, у меня даже карточки медицинской не было в поликлинике. А началось все с каких-то непонятных симптомов, которые потом выявили диабет. Постоянные жажда и чувство голода при заметной потере веса, ухудшение зрения, слабость – это некоторые характерные для диабета симптомы. А вот Валерий Козловский говорит, что похожих симптомов у него не было и нет. В свои 75 чувствует себя замечательно, и диагноз диабет воспринял скорее как недоразумение. У меня жена взяла направление. И я пошел к врачу обследоваться. Понимаете? Она мне сказала, что у вас обнаружила у меня врач, что у вас второй тип был. Вот. Ну что, я начал лечиться, все, таблетки начал подать. Сахарным диабетом первого типа, как у Марины, больных не более 5% среди общего числа. Точные причины науки пока неизвестны. Основной фактор – генетическая предрасположенность. С диабетом второго типа в Петербурге более 160 тысяч пациентов. Это только официально. Второй тип диабета – следствие определенного образа жизни. Мы живем в век не только пандемии коронавирусной инфекции, но и век пандемии сахарного диабета второго типа. Заболевания во многом связаны с образом жизни. Малоподвижный образ жизни, употребление в пищу высокого количества сахара, глюкозы, жиров. Учитывая, что болезнь не всегда о себе заявляет сразу, врачи говорят, что пациенты нередко обращаются с запущенными случаями, иногда уже с осложнениями, такие как диабетическая стопа. Диабетическая стопа – это одно из частых и одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета. И его опасность заключается в том, что она угрожает потере конечности. Более того, поскольку касается это пациентов пожилых с целым букетом сопутствующих заболеваний, эта потеря конечности может в скором времени повлечь за собой потерю жизни. Петербургские хирурги в лечении диабетической стопы накопили большой опыт, и, пожалуй, в российской практике равных им нет. В отделении рентгенодовискулярной хирургии в день от 2 до 5 операций рентген-хирургический аппарат – это глаза хирурга. Специальный зонд, тонкая проволочка, вводится в тело пациента через артерию. Хирург возвращает поврежденным сосудам их проходимость, возобновляет в них ток крови. А вот чтобы избежать осложнений и самого диабета второго типа, говорят врачи, нужно соблюдать не самые сложные правила в течение жизни. Речь идет именно о физической активности и касается людей всех возрастов. То есть и очень пожилые люди тоже не должны дома проводить время, сидя на диване. Это должны быть какие-то прогулки. Кто не может, ну хотя бы ходьба по квартире, выполнение каких-то бытовых дел. Большинство диабетиков утверждают, жить с этой болезнью можно вполне комфортно, если своевременно начать лечение. Олег Чеченков, Алексей Кривощеков, Юрий Степанов, Мария Плакидина. Новости, телеканал Санкт-Петербург.
Ученый мир отмечает столетие советского лингвиста и этнографа Юрия Кнорзова. И 70 лет с момента его выдающегося открытия, а именно он дешифровал письменность майя самой загадочной мировой цивилизации, про которую исследователи поэтично говорят, это семя, брошенное на планету из космоса. Удивительно, но при всем масштабе личности, о самой личности на его родине долгое время было практически ничего не известно. Ученый до сих пор для многих остается человеком-загадкой, сродни той, что он распутал, не покидая Ленинграда. Максим Лебедев о том, почему мексиканцы изобразили его в камне с кошкой на руках. Здесь не все работы Юрия Валентиновича, их, так сказать, гораздо больше, но основные, вот по майе основные практически, вот, пожалуйста, письменности, ну, вот все три монографии. Внучка историка, этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова с гордостью рассказывает о работах великого деда, вспоминает. В детстве доступ к его рабочему столу был закрыт для всех, поэтому разглядеть загадочные символы древних индейцев получалось редко. Дедушка запомнился Анне тихим и добрым. Какое значение он имел для науки, она тогда и не подозревала. Это было совершенно вот нормально. Вот у кого-то дедушка работает на молокозаводе, у меня дедушка работает в институте, то есть, ну, у нас, в общем, вся семья работает в науке. То есть, поэтому для меня это было, ну, абсолютно естественным, о том, что мой дед оказывается, а да, он ученый с мировым именем, я, наверное, сообразила после его смерти. В начале 50-х Кнорозов совершил, казалось бы, невозможное, расшифровал мертвый язык майя, не покидая рабочего кабинета. Чтобы разгадать секрет древних индейцев, нужно было определить тип письма. Ученый выяснил, каждый из 355 знаков означает слог и догадался, что знаки совпадают по звучанию с буквами испанского алфавита. Нужно было выяснить все эти знаки, установить их общее количество. Тексты переписывались от руки, и переписчики могли там по-своему какой-то иероглиф изобразить, где-то могли исказить что-то, где-то могли что-то пропустить и так далее. То есть это сумасшедшая работа. Титаническая. Впоследствии изобретенный им принцип расшифровки помог при разгадке протоиндийского языка и языка айнов. Соавтором многих работ ученый называл свою кошку по имени Аспид. И не просто так. Наблюдая за тем, как Ася общается с котятами, он проверял на практике теорию сигнализации в языке. Поэтому именно с питомицей на руках Юрий Валентинович изображен на самой известной своей фотографии. Видимо, он очень доволен был этой фотографией. Вот она, он ее показал, и моя жена спросила: Юрий Валентинович, у вас, наверное, таких фотографий не одна, может быть, вы подарите? А, пожалуйста, сказал он, взял со стола ножницы, отрезал себя, положил себя в карман, а нам отдал кошку. Вот она. Подобные выходки составили ученому репутацию человека эпатажного. Даже на научных обсуждениях он часто употреблял фразы «один крупнорогатый археолог» или «это наш план-кинжал». А в экспедициях кабинетный ученый легко преодолевал длинные пешие маршруты по самым опасным тропам. Кнорозов однажды не мог вернуться с горы, и им пришлось всю ночь провести на вулкане, но они нашли, к слава богу, на Кунашире вот как раз горячие минеральные источники, спустили туда воду и, в общем, пережили эту холодную ночь, не простудились. Вот, поэтому он на Курильских островах просто подвиги совершал. Начиная с 50-х, Кнорозов имеет статус легенды научного мира в лингвистике и этнографии. В 2018-м Юрию Валентиновичу поставили памятник в мексиканском городе Мерида, где каждый год ему посвящают научные конференции. И в грядущий день столетия великого ученого в Мексике наверняка вспомнят об эксцентричном русском, раскрывшем тайны истории Центральной Америки. Максим Лебедев, Виталий Бролянч, Олег Христов, телеканал «Санкт-Петербург». В Белом зале Мариинского дворца состоялось второе заседание общественного штаба по вопросам комплексного развития территории. Его главная задача – разработать предложения федеральное и региональное законодательство. В составе штаба 99 человек – это представители исполнительных и законодательных органов власти, лидеры общественного мнения, а также активисты, делегированные жителями районов. На заседании, в частности, обсуждался вопрос участия в работе штаба приглашенных специалистов, например, архитекторов, в качестве экспертов-консультантов. Конечно, мы можем проговорить, что если кто-то нам для обсуждения того или иного вопроса нужен, обязательно пригласим. Я не вижу, да, то есть вы видите тех людей, которых мы включили в штаб, никаких ограничений нет. На заседании утвержден рабочий регламент штаба. Всего принято 33 поправки, 19 инициированы общественными активистами. Так, в частности, принято решение, что встречи с жителями будут проводиться в будние дни не ранее 19 часов. Полный текст регламента будет опубликован на сайте и площадках штаба в социальных сетях. О других заметных событиях дня в коротком обзоре.
Проезд по Парнасскому путепроводу ограничен. Сегодня там начались дорожные работы по замене асфальта, которые продлятся 2 недели. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, ремонт будут производить поэтапно. Крайние левые полосы с 14 по 20 ноября, крайние правые с 21 по 27. Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов. За первые выходные обновленный дом книги посетили почти 25 тысяч человек. Легендарный магазин на Невском больше полугода был закрыт на ремонт. И вот в субботу он вновь распахнул свои двери для посетителей. В доме книги представлено более 60 тысяч наименований печатной продукции и сувениров. Особый акцент сделан на петербургской литературе. На первом этаже размещены стеллажи с произведениями авторов из северной столицы. На улице Рентгена сегодня открылась обновленная футбольная площадка. После реконструкции там появилось искусственное покрытие, ворота для тренировок и турниров по футболу и мини-футболу. Обновили ограждения и места для запасных игроков. С наступлением холодов на площадке зальют каток. Работы выполнены в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Косметическая ваниль в ботаническом саду. Там зацвели камелии, бутоны и лепестки которых используются для производства ванилина, а также содержат масла для создания косметической продукции. Камелии, цветы семейства чайных, пришли в Россию из Азии. Благодаря условиям, созданным в ботаническом саду, их цветение синхронизировано по времени с родиной вечно зеленого растения. На берегах Невы сегодня стартовала Кубок губернатора. Лучший шеф-повар. В невероятной по драматизму и напряжению схватки сошлись мастера нарезки, повелители бульонов и виртуозы сервировки из самых разных уголков России. Но каждого из них объединяет одна цель – максимально приблизиться высотой полета кулинарной мысли к высотам кухни, что по праву носит титул петербургской. Василий Михеев мужественно справлялся с практически невыполнимой задачей есть только глазами и при этом не захлебнуться эмоциями. 3, 2, 1, старт! Это тот спорт, где вкусно. 16 команд взрослых поваров и 8 юниорских студентов кулинарных колледжей в борьбе за кубок губернатора в области профессиональной кулинарии. По итогам состязаний определят лучшего шеф-повара именно петербургской кухни. Ленинградский рассольник, гурьевская каша, конечно же, корюшка и пышки. Именно ленинградской петербургской кухне посвящен весь Кубок губернатора. Ну а на завтрак гостям предлагались блины красные по рецепту Арины Родионовны, так как любил Пушкин с кружовенным вареньем. Блины эти пришлись по вкусу многим участникам, в том числе одной из приглашенных звезд поварского мира Марии Наумовой, известной не только в городе, но и во всем мире шеф-повар Маруся. Она, кстати, давний ценитель петербургской кухни. Всегда, испокон веков, в Петербург прибывали высокие чины. Мне кажется, сейчас кухня Петербурга тоже выше даже, чем Москвы. Базовый набор продуктов был один для всех команд. Говяжья лопатка с хреном в основном блюде, закуска из утки с тыквой и яблочное суфле на десерт. Дальше уже фантазия поваров. Важно придерживаться в своих кулинарных экспериментах петербургской классики. Это Игнатий Радецкий, это Пелагея Александрова Игнатьева, это в том числе Елена Малаховец. Ребята должны подобрать под те основные продукты, которые мы им задали в регламенте, те блюда или какие-то доработать, возможно, добавить что-то от себя. На 3 блюда 120 минут. Половина успеха, то есть баллов, это, конечно, вкус, но жюри оценивает и порядок на рабочем месте, соблюдение технологии, презентацию. Я делаю соленый карамель в данный момент. У нас есть распределение задач, то есть мой коллега делает горячие и холодные блюда. Вторая не менее важная часть форума – деловая программа. Обмен мнениями, отраслевые круглые столы. На повестке главный вопрос для всех шеф-поваров страны. Чем кормить туриста? В Петербурге знают ответ. Исследования показывают, что 80% респондентов говорят о том, что гастрономия для них является важным фактором выбора дестинации. И именно Санкт-Петербурга. Гости со всей страны. Петербургский поварской форум – еще и место, где профессионалы неформально общаются и договариваются о поставках и обмене рецептами. Я в Нижнем Новгороде вижу, как сильно изменился туристический поток, он увеличился. И вот эти вот деловая часть, она очень помогает обменяться мнениями узнать, что в Питере, да, все-таки Питер – это туристический центр. Среди участников петербургских кулинарных стартов – гости, пермяки и хабаровчане, говорят, хотят провести у себя подобный форум. Одно из последствий первого кубка о том, что о нем стала говорить практически вся Россия, и многие регионы заинтересовались именно этой идеей проведения кубка
для лучших шеф-поваров. Состязание продлятся 2 дня, полуфиналов и финалов не будет. Выиграет тот, кто наберет больше всех баллов. Завтра станет известен победитель. Василий Михеев, Сергей Кочергин, Олег Христов, новости, телеканал Санкт-Петербург. Продолжим идею, правда, для птах небесных. Синичкин день отметили сегодня в летнем саду. Школьникам рассказали о тонкостях птичьей диеты и о тех, кто остается на зимовку в городских садах. В основном это синицы, воробьи и лазаревки. Лучший корм для них – сырые семена подсолнечника, сушеные ягоды или белый хлеб. Ну а вот ржаной смертельно опасен, так же, как и жареные семечки, соленое сало. Вооружившись знаниями, ребята наполнили кормушки. Мы этих птиц очень любим, мы за ними наблюдаем и знаем, что синицы в наших садах живут не менее 2-3 лет. То есть они наши, местные, но также численность птиц в зимний период может повышаться. Акция проходит ежегодно с 2013-го, а главная цель не только просвещение школьников, но и привлечение пернатых в летний сад, ведь они лучшие помощники в борьбе с вредителями деревьев и кустарников. А вот о главных целях финансовых властей спросим Аркадия Шароградского и приветствуем его в студии. Аркадий, добрый день. Евгений, вопрос непростой, хотя, ну что, финансовая безопасность, финансовая независимость, ну и выход на целевую инфляцию хотя бы к 2025 году в 4%. Ну а что происходит с ценами в данный момент? С этого и начнем прямо сейчас.